Привет, я Сергей Корнеев, серебряный призер чемпионата и первенства России среди молодежи и тренер школы правильного бега I Love Running. В этом ролике я расскажу о комплексе упражнений общей физической подготовки для начинающих спортсменов. Общая физическая подготовка – это база для занятий любым видом спорта и обязательная часть любого тренировочного процесса. Регулярные занятия помогут подготовить организм к аэробным нагрузкам, сбросить лишний вес и укрепить сердечно-сосудистую систему. Упражнения подобраны таким образом, чтобы сохранять оптимальную частоту сердечных сокращений и обеспечить нагрузку на все группы мышц. Подъем корпуса. Лежа на спине, руки за голову, ноги согнуты. Следим за тем, чтобы локти не сводились. Выполнять медленно 8 раз. Упражнение «Подъем ног». Из положения, лежа на спине, руки вдоль тела, медленно поднимаем прямые ноги до угла 90 градусов. Следить за тем, чтобы ноги не касались пола. Выполнять 8 раз. Следующее упражнение – отжимания. Следить за тем, чтобы спина, таз и пятки были на одном уровне. Девочки могут выполнять это упражнение с колен. Выполнять 8 раз. Следующее упражнение – лодочка. Из положения лежа на животе, руки перед собой, одновременный подъем рук и ног. Ноги рядом, бедра отрываются от пола. Выполнять 8 раз. Упражнение «Подъем корпуса». Из положения лежа на животе, руки за голову, медленно поднимаем корпус. Смотрим вперед, ноги не отрываем. Выполнять 8 раз. Подъем ног. С положения лежа на животе, руки согнуты перед собой, медленно поднимаем ноги. Бедра отрываем от пола. Выполнять 8 раз. Упражнение «Подъем ноги». Из положения лежа на боку, одна рука под головой, другая перед собой. Медленный подъем прямой ноги. Носок смотрит на себя. Тело вытянуто, как струна. Выполнять 12 раз. Следующее упражнение то же самое, но на другую ногу. Следим за тем, что тело на одной линии. Нога прямая. Носок смотрит на себя. Следующее упражнение – планка. Из упора лежа на предплечьях, руки параллельно. Следим за тем, чтобы плечи, таз, колени были на одной прямой. Стоять 30 секунд. Следующее упражнение – полуприседы. Из положения ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки перед собой. Выполняем полуприседы. Обращаем внимание на то, что ноги опускаются до угла 90 градусов. Стопы параллельно, пятки не отрываются, колени на одном расстоянии. Смотрим вперед. Выполнять 12 раз. А в следующем упражнении стопы в стороны под углом 45 градусов. Спина прямая, смотрим вперед. Выполнять 12 раз. Ежедневное выполнение ОФП делает ваш организм более сильным и выносливым. А сочетая все это с беговыми тренировками, в первой и второй пульсовых зонах вы укрепляете сердечно-сосудистую систему. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!